Долгожданная индексация. Со следующего года в России поднимут прожиточный минимум. Насколько увеличится МРОТ, расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении прожиточного минимума на 2022 год. Сумма увеличится на 297 рублей. Сейчас прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. Этот размер изменится с 1 января 2022 года. 2 июля завершился основной период сдачи единого госэкзамена. С 12 по 17 июля будет проводиться дополнительный период сдачи экзаменов. Обязательный экзамен по русскому языку сдавало больше 5000 человек. 68 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а двое набрали максимальные баллы сразу по двум предметам. Больше всего 100-бальных результатов по русскому языку. Из Кирова начнут ходить дополнительные поезда в Анапу. Поезд Киров-Нижний Новгород-Анапа будет ездить до конца лета раз в 5 дней. Запущен поезд Киров-Имеретинский курорт. Он ходит через день. Также с июня из Кирова в Анапу ездит поезд по нечетным дням, а из Анапы – почетным. 3 июля службе госавтоинспекции исполняется 85 лет. Лучшие сотрудники получили заслуженные награды. Слова благодарности были сказаны и ветеранам ГИБДД. К профессиональному празднику кировские автоинспекторы сочинили песню о службе ГИБДД и подготовили тематический видеоролик. Яркое видеопоздравление к юбилею службы подготовили и юные инспекторы движения.